Благоустройство дворов в разгаре. Это новые Химки, улица Молодежная. Здесь обновляют асфальтовое покрытие, меняют бордюрный камень и расширяют парковочные места. Сейчас на объекте трудится 15 рабочих и 3 единицы техники, 2 трактора и дорожный каток. Ну, мы все очень рады тому, что происходит, потому что ямы были очень большие. Особенно напротив вот этого дома, там уже прям, если колесом попадаешь, ну, прям беда. Старое полотно снято. Рабочие засыпают асфальтовую крошку и укатывают первый слой нового покрытия. Изначально мы выходим, смотрим, есть ли ровный асфальт, то есть мы его снимаем фрезой. И потом проливаем битум и укладываем новое покрытие. И где необходима подсыпка щебня, мы подсыпаем щебень и кладем 2 асфальта. А это уже сходня, улица Мичурина. Здесь дорожным строителям предстоит расширить проезжую пешеходную часть, обновить подходы ко входным группам подъездов, оборудовать вот такие понижения для маломобильных граждан. Закончить благоустройство на этом участке планируется к середине августа силами 2 десятков дорожных рабочих. Сами рабочие называют эту машину строительным молотком. С помощью этого прибора они снимают и раскалывают старый бордюрный камень. Всего заменят около 3000 бордюров. Вот-вот начнется обновление асфальтового покрытия. По завершении дорожных работ здесь установят 2 современные детские площадки, высадят газон и 10 молодых кустарников. По контуру сажаем очень близко. Расстояние делаем где-то 6-7 сантиметров. А вот и самый центр городского округа. Здесь, в старых Химках на Московской улице, вовсю трудятся сотрудники объединенного городского хозяйства. Уже успели высадить петунии, бегонии, цинерарии, пеларгонии и обновили дизайн клумбы. Правда, стало гулять намного лучше, выглядит так все классно. Это не просто вот так высаживают, а какие-то фигуры геометрические. Интересная особенность. Каждый дизайн-проект подобной клумбы продуман в соответствии с особенностями нашего климата. Иначе говоря, весной, летом и осенью горожан радуют самые разные сорта растений в зависимости от сезона. А всего в этом году в городском округе высадят более 100 000 цветов. Юлиана Мазырина, Андрей Панченко, Руслан Сафин. Новость.